А еще сегодня у нас есть человек в зале, который отмечен медалью, я бы даже сказала. Не знаю, вот за что именно медаль. Наверное, и за дружбу, и за любовь, и за все самое светлое и доброе, что произошло в жизни этого человека. А зовут его Владимир. И Владимир сегодня у нас отмечает юбилей! Владимир, от сотрудников ресторана «Зима» для вас только самые теплые пожелания здоровья прежде всего, чтобы вы берегли тех людей, которые сегодня сидят за вашим столом, пусть они всегда будут рядом с вами, пусть будут счастливы и здоровы. И еще у нас в зале сегодня присутствует Елизавета. Елизавета, вот именинница, к сожалению, у нас одна за столом осталась. Елизавета, зато у вас потрясающая, энергичная компания, и у вас сегодня двойной праздник в вашей семье замечательный. У вас день рождения, а у ваших родителей сегодня серебряная свадьба. Давайте поаплодируем! Вот так звезды сложились, чтобы один день вы отвечаете на замечательное событие вашей семьи. Всего самого светлого, доброго, благополучия, счастья, добра, любви, огромного позитива. Вы большие молодцы, очень такая зашикательная у нас компания на танцполе для наших именинников. Следующий музыкальный подарок. Танцуем дальше. Yeah.